Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим вот такие печёночные блинчики. Для блинчиков мне понадобится 350 грамм печени. Я уже измельчила при помощи блендера. Сюда добавляю 2 яйца. Одну столовую ложку муки. Одну столовую ложку растительного масла, щепотку соды, соль по вкусу, у меня приблизительно пол чайной ложки, замешиваю, добавляю 200 миллилитров молока и добавляю одну столовую ложку крахмала. Все перемешиваю и даю отдохнуть тесту минут 20. Сковороду смазываю кусочком сала. И буду выпекать блинчик. Поставила на маску черный перчик, майонез и чеснок на мелкой терке. Я испекла блинчики и теперь смазываю намазкой и выкладываю свежий огурчик. И сворачиваю в рулетик. Вот и все, блинчики готовы. Приятного вам аппетита!